стояла толпа народа, и нам кричали слова какие-то. Мы из этих слов за 5 минут должны были сделать стихотворение. Вот. Слова были такие, 5 слов надо было. Пряник, решетка, кровище, речь, аэроплан. У меня получилась история, которая называется «А ты не летчик». Это смешно. Зря ты взялся, милый, за штурвал. Не летать нам на аэроплане. Ты же телебашню штурмовал. Не заметил ты ее в тумане. Я скажу торжественную речь. Я кровищу отстираю с платья. За решетку бы тебя упечь. Буду тебе пряники таскать.